Ну что, приятный звук от Sugar Richie. Моя хорошенькая. Не получилось ее поставить лицом сюда, потому что тут зеленый шнур мега короткий. Вот прям матов не хватает. Зачем делать короткий шнур? Я не понимаю. Он едва ли бы до розетки доставал. Ой, ну, в общем, пришлось развернуть вот таким вот методом. И у меня здесь уже сушится белье, потому что Максик постирала, оно не сохнет, оно стоит мокрое. Меня уже ждет еще постелька, которая до этого была постирана, и тоже не досохла. Она влажная, как не знаю что. Пальцем ее брать ледяную вообще дурдом. А меня еще ждет мытье полов, потому что там вот то вот веником не собирается. Оно уже прилипло, все в плесени. Я боюсь, что... В общем, надо взять мокрую тряпку и хорошо ее потом высушить, все, что я тут намою, потому что эта плесень нарастет снова, увы. И вон на стене даже плесень. Там тумбочка стояла, и там покрылось все плесенью. Тумбочка сзади тоже вся в плесени. В общем, блин, жалко настолько мебели, все, что тут есть. Но выхода пока нет. Потом будем искать что-то, какую-то квартиру получше. Еще купила вот такую штучку. Это на кровати электроодеялка. То есть на двойную кровать, потому что на одинарную у меня есть, всем кроме Максика. Максик не мерзнет у нас, он у нас толстокожий, но два одеяла у него есть. Я на одну кровать там еще положу тоже два одеяла, и вот это вот будет электрическая одеялка на другую, и большое двойное одеяло тоже на другую кровать. Так что у всех будет тепло, сухо и комфортно. Очень на это надеюсь. А ну бегом делать уроки, засранки. Диана, правда, оставь шарик. Идите, берите зайники и делайте компьюти. А я тут уничтожаю. Тут много лет у нас простояла коробочка для дров. Я поняла, что нам ее больше не нужно. У меня теперь там вон в маленький ящик, потому что мы приносим сумкой дрова. Вот, приносишь одну сумку, сжигаешь за вечер, и чистота, красота. Это щепки на растопку. Надо поломать эти коробочки. Картонки на растопку. Тут. А, красота. Боже, как там тепленько. Ай-яй, выпадает. Ну, в общем, уничтожаю коробку. Сначала надо снять скотч, потому что мы его обклеили скотчем, чтобы она не развалилась. Ой, кто-то идет с рюкзаками делать уроки. Делайте свои уроки, делайте. Вот, а мама своим займется. И Sugar Richie у меня работает. Я уже две стирки просушила, постельное просушила. Теперь подсушиваю то, что детское висело там пару недель. Никак не могло досохнуть. Вот. И буду ставить следующую стирку. И еще сегодня посудомойка. У меня сегодня движ и движ и движ. Еще подмести все. Вот тут дурдом на полу. Полный дурдом. По-моему, им понравилась эта кровать очень. Что вы творите? Бедный Макс, раздавили. Диана, не балуйся волосами. Мама, Диана, ты вообще нормальная девочка? Автобус? А что там? А, Маша, книжка интересная. Читаешь, да, Лизютка? Делали уроки, читаем книжки. Злюка малая. А где твой котик, Дианочка? Надо посмотреть, где она положила. Вот он, котик. Сейчас свет включу. А то его тут сложно включать. Ой, аж лампа упала. А вот и котик. Ой, он что-то вылез. Надо было, наверное, его еще лучше надуть. Ну, вот такой вот котик. Да, Дианочка? Мини-котик. Ты сама его делала. Да. Молодец, умничка. Классный котик. Вместо хвостика у него тут вот такая нарисованный хвостик. Еще он катается сам. Только шарик что-то вылез. У шарика попа должна быть вот тут. Она вылезла, да? Да. Ну ладно, ничего страшного. Я тащила стекаю повода. Угу, окей. Ну все, напрягла Сашку, он мне сделал розетку. Теперь моя Sugar Richie работает. Красавица. Осталось не так уж и много до прибытия гостей. Идем готовить. Так, я тут немножко закупилась перед приездом ребят. Осталось пару дней всего, поэтому мы закупили заранее кое-что. Сейчас будем кушать, кое-что оставим уже на их приезд. Ну, в общем, я в двух словах вам потом покажу, что мы купили. Взяли немножко йогуртов, кефирчик. Я думаю, что им понравится. Йогурты-то довольно вкусненькие.
Потом взяла на бутерброды девчонкам штучку и колбасу взяла, мортаделлу. Они такое еще точно не пробовали. Дальше я взяла много сыров. Вон сыры самые разные, дешевые чуть дороже. Взяла сосиски. В общем, сыры планируется делать типа шаурмы, но только с сыром в печке запекать. Эти у меня еще оставались панчетки. Вот сосиски классно делать в духовке, пока вот зима. Тоже яички еще взяла. А вон сразу большую коробочку. Такое вот. Еще в морозилку взяла вот всякие такие вот морские. Они там были по скидке. То есть 2 евро за такую вот штучку, а то и меньше, чем 2 евро. Вот. Будет готовое вкусное блюдо. Вот. Такое вот. Ну и наши любимые котлеточки. Мы такие очень любим. Ну, надеюсь, нашим гостям тоже понравится. Если нет, то купим попозже. У меня, правда, сейчас там с пособием немножко заминка, потому что мне его неправильно оформили, я сейчас переоформляю. Мне неправильно оформили немножко пособие, и сейчас я его переоформлю, то есть в ближайший месяц у меня его не будет. То есть мне надо будет жить на то, что у меня уже есть в кармане, и все, больше ничего нету. Вот, но мы сейчас закупились, самое главное, я купила им теплое одеяло электрическое, самое главное, мы купили сушку, то есть мы можем кучу стирок в день делать, и все будет прекрасно. Вот, ну и вот так вот. Самое главное, мы пока что закупились, бегали с Сашкой и оформляли все документы, которые остались, поскольку он все еще мне мужем тут в Италии считается, то я, хотя в Украине мы уже как бы разведены, но документы в суде, суд закрыт, и до окончания войны будет закрыт. Когда закончится война, непонятно, и как переделывать документы, делать тоже вообще ничего не понятно, то есть в подвешенном состоянии, поэтому на данный момент мы считаемся его семьей. Вот, к нему тоже приехали люди, но, насколько я поняла, они здесь не останутся, они поедут еще куда-то, вот, так что, ну, вот так вот. Потихонечку готовимся принимать людей, записала уже их в Каритас, сейчас мне должны ответить, будут ли давать на них хоть какую-то помощь, и тогда у нас с продуктами вообще никаких проблем не будет, и без карточки мы месяц спокойно проживем. Единственное, что у нас сейчас очень подорожал бензин, чуть ли не на 10 центов каждый день дорожает, а это одно дело, когда ты... месяц назад я платила за бензин евро 70, евро 80, сейчас он 2,20. Это скакнуло вот буквально пару недель как. Но это как бы давно уже было, еще до войны. Это начались забастовки и на севере Италии и так далее. И я не понимаю, почему бастуют, подробностей не знаю, но вот такие вот забастовки, и подскакивает бензин очень часто тут. Даже дизель сейчас, который был намного дешевле, дизель сейчас местами даже дороже, чем бензин. Так что я даже не вижу смысла сейчас покупать машину на дизеле, потому что, во-первых, с ней в город не въедешь, она загрязняет окружающую среду, поэтому должна быть очень новая машина с очень хорошей переработкой, иначе выхлопом, иначе ее просто-напросто не впустят в большой город. А бензин пускают, какая бы старая машина ни была. Так что в дизельных машинах сейчас необходимость отпадает. Газовые тоже не вариант, потому что газовые ломаются в 3 раза чаще. То есть туда впихнули бензин и газ вместе, из-за этого оно почему-то ломается. По крайней мере, у фиатов так. Что с другими машинами, я еще не проверяла, но у фиата беспрерывные поломки. Машины пищат, возмущаются, что что-то не так, и все, постоянно. В общем, вот, постелила нашим гостям. Купила электрическое, что одеяло показывала. Постелила. Где тут эти? Вот. Надо будет только втыкнуть в розетку. Их тут 2 штучки. Ставится режим. И на постоянной единичке оно будет греться. Вот. Мышки уже легли спать. Да, мышки? Это будет мое спальное место под Эльзёткой. Носик. А там у них склад игрушек. Вот. Так что вот, себе я тоже поставила электрическое одеяло, подключила. Все, завтра у нас приезжают. Мне надо их рано утром забирать. Носики вон уже тоже спят, им свет выключать. Все. Буэнотте.